Game on. Game on. Всем привет, друзья. С вами ММА. Как же я рад зайти в игру и увидеть снова дуэли. Они вернулись, это просто... Это лучше, чем Мистериус. Это лучше, чем ШД+. Простите меня, те, кто любит там апаться и так далее. Но дуэли это самое такое, реально. Пусть тут есть моменты, когда типы просто берут мету и сушат игру, и тебе с ними пиздец тяжело. Но сам факт, это все равно. Один на один на имха, мое мнение, это самый лучший режим. Один на один. Поэтому, ребят, перед началом обязательно закидывайте лайк, подписывайтесь на канал, потому что сегодня будет лютая годнота. Залетайте в телегу, потому что скоро выходит кроу-скинчик, и мы по-любому будем его разыгрывать. Но если вы вдруг не верите в свои шансы, потому что участников будет слишком много, у вас есть возможность еще зайти в закрытую группу, и там, конечно, участников меньше и шансов куда больше. Также, ребят, я хотел призвать всех спонсоров на Ютубе. Ребят, уже не подписывайтесь на Ютуб спонсорку, она особо не актуальна, так что, если что, лучше залетите в телегу. Поэтому спасибо всем за поддержку. Сегодня я хочу пойти трио. Трио Brawl Stars, это три персонажа, но прикол в том, что пойдем. Мы играли всяким копированием, всякими плохими пиками, хорошими, лучшими, самыми сильными и так далее. Но мы не играли по трио. Это по хронологии, допустим, у Бель есть Сэм. Кто у них третий в трио, скажите мне, я не знаю. Я знаю трио мексиканское, это Пока, Эль Прима, там, Амбер. Знаю этих, как их, любителей трюков. Это Стан-Шоу трио, это Сту, Джанет и Бонни. Очень метовый, так сказать, пик, да? Но вот всех этих пиков не знаю, поэтому помогите. Обязательно пишите в комментарии. Это не байт на комментарии, потому что я как бы запутался. Я много историй чекал, но многие из них очень старые. Поэтому мы сегодня пойдем из тех, что я знаю. Но будет еще одна серия, если накидаете лайкосов и пойду вашими пиками, как вы по трио напишите. Начнем мы с трио. Попробуем стащить. Трио Стан-Шоу. Исполнители трюков. Так, у нас Пока. Пока это опасная мета. Кстати, на Пока тоже сыграем. Так, немного подлагнуло, я не понял почему, но мы забираем довольно-таки опасную перса. Хотя гейл, если заморозка, это тоже жестко. Но если он гейл отдаст, то Бонни его босс сожрет, я вам отвечаю. Да, он заморозка играет. Так, окей. И, конечно, ну, прям троллить не будем, но просто покажем. Типа, бро, бери, на, пинчик также будешь тащить. Ой, как ты цепанул? Ой! Окей, у нас есть ульта. У нас у Бонни три гаджета, у нас Джанет либо. Ну, сейчас мы на Боннике устроим. Маленькая сестренка пришла там сесть за стул. Он мины кинул где-то. Я не знаю, он, по-моему, под себя кинул, чтобы я залетел, да. Но я-то не дурачок. Я могу получать дамаг, снова его там ловить и по новой идти. 7к против твоих. А, сколько он? Щитом играет, да? А кроме щита, что у него? Чел жестко потеет. Гаджеты тратит. Но поможет ли ему это? Я думаю, что нет. Но в любом случае, найс трай от него был. Он прям нормально так потел. Отправляемся дальше. Теперь давайте мексиканская... Это Прима. Прима. ПМ. И Амбер трио. Ну окей, погнали. Ой-ой-ой. Пайфер против Прима. Погнали, мексиканское трио. Ой, ой, больно бьешь. Бро, ты встрял на Пайпер. Зачем ты так близко подошел? Но реально, на Пайпер это надо прям плотно 3-4 тыки вот прям нафигачить. Но сейчас нас на спайке он может раскошмарить нас. Хотя, если чуть помансить,
Бомс. Ах ты, зараза, спрятался в углу. Ну, my bad, my bad. Он и Пока закошмарить может. Так, у него ульта, да, есть? Нам по-любому надо сушить, типа, мы можем бесконечно за ним идти. Но какой в этом толк будет? Да, да, отправлялся с маликами, но ты не понял, братишка, что если ты Пока подпускаешь, то тебе хана, потому что Пока новый баланс, это не тот Пока, что раньше. Коль, Коль, пошел. Вот это помансить уже можно поиграться. У меня хилка есть еще. Все, подрубаем пинчики и уже чел на дезморальке. А, ты еще с перезарядкой, но тут без шансов, да. На кольте Пока перебить это еще и с ультой, это будет крайне тяжело. Окей. Есть биодом. Это у нас любители растений. Роза, спраут и пчела. Ну, на пчеле начнем, а дальше пойдем. Окей, Байрон. Байрон, Спайк, Макс. Хороший пик? Но на Барни как-то он не очень попадал. Ну ладно. Зато на Спайк сейчас будет колючками накидывать. Можно добавить ее на гаджет, потому что... Не, он хилится. Ну, как-то он нарвался, даже гаджет не тратил. Но на Максе, чтобы ему выиграть, меня сейчас придется очень жестко потеть. Потому что, в принципе, если я пчелу отдам, то он и может и розу раскошмарить. Да, и он сейчас это делает. Все гаджеты сейчас будут трайхардить. Ой-ой-ой, вот сейчас пот будет лютый. Я же еще гаджет. На Розе шансов практически нет. Я могу весь пик сейчас слить. Чисто одна Макс перебьет все. Да, на такой открытой, тем более, территории. Он не даст похилиться. Он не дает похилиться. Хорош. Ладно, спраут, все. Моя надежда. Как я не достал, скажите мне. Так, у тебя тоже гаджета больше нет. Уф, это такой, братишка, дуэль была. Прям нормально дал пропотец. Но пик для открытой карты не очень. Если бы что-то по закрытию, чтобы хоть чуть спрятаться на Розе, было бы кайф. Ладно, у меня есть еще трио. Сейчас скажу. Супер олдовое трио, это... Блин, а я даже не помню, как оно называется. Ну, они, короче, в этом, да, каком-то баре собрались, там, где байкеры, все дела. Это Бык, Биби и Кроу. Они все в таких темных костюмах были. Ну, погнали, посмотрим. Пайпер. Ну, Пайпер на Биби, это, в принципе, хорошие шансы. Джин вот оттолкнуть может и так далее. Хотя, смотри, что он за гаджет. Все, чел. Чел сдался.
Ну реально, там, да, нужен другой гаджет на пайп, по-любому, иначе так подожмут. Ох ты! Ай, жвачка, братишка! Эта карта одна из самых кайфовых, потому что тут чисто рубишься. Тут особо не засиживаются, там до конца не сидят, не сушат. Ах ты! Еще ульту слил! Ну ты даешь. У меня сейчас сколько до ульты? Чисто. Походу сейчас дуэль кров на кров будет, потому что... Но я на быке не знаю, когда мне добраться. Ладно, давайте забайте на гаджетов, что ли. Нет! Все, гаджетов у нее нет. И меня он добьет. Все, прятаться негде. Ехать некуда. Ну все, кров на кров. А залететь может сразу. Надо одну тычку дать. Чел реально прыгать хочет сразу, я вам отвечаю. Или он до последнего будет делать вид, что он хочет сражаться и в конце прыгнуть просто. Но у меня ульта тоже скоро. Если он прыгнет, я потом тоже сразу лечу. Попал. Надо щит. Так, отлично. Все, ульта есть, отлично. Щит копим. Все, пошел щит. Он еще, кстати, по прокачке чуть меньше. Заряды. Так. Ядик, ядик, у меня заморозочка есть. Ну тут да, в принципе, кров на кров шансы уже получше были. Окей, что сказать? Есть. А, как раз квестик добьем, если сейчас одну затащим, чисто трио. И это трио, я не могу вспомнить. Сейчас скажу. Подарочный магазин. Это была Калет, Гриф и кто-то еще. По-моему, это Эдгар был, если не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Вроде бы так. Ой-ой-ой, жесткий соперник. И мы еще 900 плюс играем вроде бы на гриф, если я не сливал или сезон не забирал. Но, короче, у меня старка сейчас, смотрите, у меня нет ни щита, ни скорости, ничего. Вы подумайте, что это? Это бисерок и хил, чтобы отхиливаться. Пока что я вообще не достану до него. Надо ждать. Я могу просто стреляться, и у меня все равно хил будет. Если я перестану стреляться и начну хилиться, это еще сильнее будет. Так, чел всегда право ходит, я понял тебя. Ой-ой-ой, как же хил зарешал. Двигается вообще очень странно, вот просто в одну сторону идет, и ты думаешь, ну он же поменяет, а он не меняет сторону, все. Ладно, эфка, погнали. Ульта будет, эфки будет больно, я вам отвечаю. Вот это все, это на изи сносится. Гриф реально, ребят, мета. С этими движухами можно такие вещи спамить. Может, ребят, есть для вас топ-идеи, раз такое дело, что дуэли вернули. Не знаю, могу ошибаться, может быть и не получится, но если накидаете 30 лайкосов, то я, как с Джином мучился, с Грифом замучу дуэли. Попробую апнуть. Так что давайте поддержите активом, и будет веселуха. Чел сдал, что ли? Ладно, привет тебе. Давайте посмотрим, сколько ульта сносит. Ладно, что сказать? Прикольный у меня ник. Трио магазина. Мы сыграли, прошли квест и сделали это чисто на одном грифе. Ну, гриф реально хороший перс. Особенно, типа, я его люблю. Поэтому будем на этом подводить итоги. Обязательно пишите, какие еще трио есть. И если хотите увидеть грифы, чтобы я запушил, то тоже закиньте лайк и поддержите активно. Всем удачи, с вами была Ма. Всем удачи и всем пока.